Как, собственно, это делается? Это нормализация, делается она как бы таким интересным образом. Мы начинаем как бы двигать свой энергоцентр в крайние диапазоны, как бы, да, как бы в крайний вниз, крайний вверх, и потом между крайними как бы примерно в середину ставим. И я к этому занятию сделал замечательные, чудные специальные аудионастройки, воздействия, в которых это уже заложено. То есть вот аудиозаклинания, аудиовоздействия, в которых заложено вот само вот это воздействие на нормализацию, на выставление нормы. И, соответственно, как бы в ходе вот сейчас практики, которой мы займемся, в ходе вот этой как бы медитации, которую я объясню, у вас вот эта норма, она будет выставляться. То есть что здесь идет? Как мы будем делать, собственно, да? Мы своим сознанием входим в режим безмолвия, закрываем глаза и начинаем внутренне концентрироваться в области энергоцентра. То есть первое это будет крестцовый центр, примерно как бы там, где хвост должен быть, область крестца. И будем здесь создавать, скажем, такую как бы красную шестеренку некую, да, которая вращается вот в как бы параллельно полу, вот так вот, как бы. То есть не параллельно телу, как бы, да, это другие энергоцентры, а для нижнего энергоцентра будет как бы вот так вот, параллельно полу, причем вращение в любую может быть сторону, как бы по часовой, против, да, в многомерном пространстве там как бы не так все работает. Вы создаете эту мысль форму и концентрируетесь, и своим сознанием вы как бы погружаетесь туда, вот в крестцовый центр, вот в эту часть. Дальше чуть подробнее расскажу. И ваша задача удерживать свое сознание там. То есть вы в медитации, в состоянии безмолвия, да, то есть без как бы говорения в голове, а в состоянии созерцания, в состоянии наблюдателя. Да, как бы такое безмолвное медитативное состояние наблюдателя. Это эталон, из которого мы любую практику совершаем. То есть всегда глаза закрыты, да, и всегда остановленный диалог, безмолвие. И в этом состоянии безмолвия вы своим разумом отправляетесь как в некое путешествие. Мы обездвиживаем тело. Внимательно очень запоминайте, да, каждое слово. Вот, обездвиживаем свое тело. Тело как цепенеет такое, как деревянное, каменное становится. И мы своим разумом отправляемся в некое путешествие, но оно как бы внутреннее, и оно внутри нашего тела. Да, мы своим разумом, как вот вниз по позвоночнику, отпускаемся в область крестца. Да, как бы там на нижний этаж на лифте приехали, и мы, как бы, вот там, грубо говоря, двери открылись, и мы удерживаем свое внимание на вот эту область крестца. То есть основное ваше действие, главное, да, вы как бы ушли во внутреннюю медитацию, вы фокусируете свой разум, свое внимание на области крестца. Дальше, как бы, да, то есть сперва будет идти там 2 минуты настройка, как бы на энергоцентр. То есть огромная вам в помощь это вот эти настройки, которые достаточно сильно включают и активируют в нужный энергоцентр, да, и как бы работа как бы сама по себе происходит. То есть вы просто слушаете в состоянии безмолвия, и у вас этот центр, он сам активируется, да, и вы здесь просто себе разумом помогаете своей фокусировкой. То есть сперва будет идти общая активизация, как бы сам энергоцентр будет расшириваться. Дальше будет идти как бы воздействие, вы как бы услышите, что сменился, как бы звук по-другому немножко пошел, на торможение. И вы начинаете как бы замедлять энергоцентр, да, двигать его максимально в такое заторможенное состояние. Вы как бы его опускаете, ну, как бы вниз по частотам. То есть здесь от красного, да, можете себе визуализировать как красный такой, некое чакрам, колесо, шестеренка обычно я использую, мы его замедляем от красного к такому бордовому, как бы коричневому, да. Затем, там 3 минуты это идет, вот, вы услышите воздействие, другое как бы поменялся звук, да, если тут будет как такой барабан замедления идти,
торможение, то в следующей части настройки пойдет такое ускорение, как бы более быстрый такой темп возник, такой более быстрое ускорение, да. Вы это услышите, тогда, соответственно, вы начинаете от коричневого двигать выше к оранжевому, то есть нормально как бы красному, и потом, наоборот, двигаете к оранжевому, да, к максимально раскрученному состоянию. Вот, затем, как бы, еще раз звук поменяется, вы услышите, другая пойдет настройка, вот, и вы, как бы, будете двигать к норме, как бы, к среднему значению между вот этими двумя. Вот, и вот это, как бы, само упражнение и воздействие на нормализацию. Мы с вами проделаем так с тремя нижними энергоцентрами своими, как бы, то есть максимально вниз, максимально вверх и потом середина. Основное ключевое, что вам здесь нужно суметь, это свой разум как бы загрузить внутрь энергоцентра. Выглядит это, ощущается условно, что вы как будто свою голову засовываете вот туда, в энергоцентр. Причем, что очень важно, нужно как бы голову удерживать там. То есть вы как бы вот сознание, ну как бы вот голову, вы как в некую бочку засовываете. Грубо говоря, представьте, что в районе крестца там вот есть некая бочка. Вы как бы вот так вот голову взяли, сняли и погрузили туда вот как бы в некую эту бочку, емкость. И главный фокус медитации в том, чтобы сохранять вот эту погруженность. То есть нельзя как бы выскакивать. Если вы о чем-то подумали, там о бутерброде, вы отвлеклись и вы выскочили, выскользнули. Вот. Но важно, чтобы вы это запомнили. Это как бы очень важно. Я вам даю много ключей. Да, не стараюсь не дать слишком много, чтобы вы. Даю самые необходимые, и каждый момент, что я говорю, очень важно запоминать. Да, лучше там даже делать себе пометки. Вот. И воздействие будет происходить, то есть, ну, в принципе, будет происходить само по себе за счет аудионастройки, за счет вот этого аудиозаклинания. Да, вы его слушаете в состоянии безмолвия, вот как на картинке на слайде, да, в состоянии наблюдателя. И это воздействие, оно как бы идет, как бы проходит ваше тело, активируется там в нужной внутренней системе органов и так далее.